1719 в степени n не дает остаток 3 при делении на 17. То есть вот получится такой разности, и на 17 не делится. Как это доказать? Да очень просто. Остаток от деления числа 1719 на 17 – это двойка. 2 в степени n – это не тройка по модулю 17. Величная. Ну а можно просто выписать степень. Смотрите, 2, 4 – это 2 в квадрате, 8 – это 2 в 4, 16, то есть вы можете дать минус 1, будет 16, 32. Вот из числа 32 уже лучше вычесть 17, получится 15. Что там дальше будет? 64 или то же самое, если угодно, 30 или то же самое 13. Отлично. Давайте я уже не буду писать степень двойки дальше. 13 умножить на 2 это 26. Это то же самое, что 9. 9 на 2 – 18, то есть 1. Все. После единицы будет опять двойка, потом четверка, восьмерка и так далее, и так далее. Остаток 3 нигде не встретился. Значит, он никогда не встретится. Двойка не является первообразным корнем по модулю 17. И когда вы возводите двойку в степень, среди остатков 3 не получается. Давайте посмотрим, сколько здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот половина ненулевых остатков – это степени двойки, но половина не степень.